Самаре проверили готовность оздоровительно-образовательных лагерей к приему детей. Первые заезды запланированы на 1 июня, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Летом в Самаре будут функционировать 6 загородных лагерей и 186 лагерей дневного пребывания. Всего будет организовано 30 профильных смен. Во многих лагерях провели капремонт жилых корпусов, медицинских пунктов, столовых и пищеблоков. Администрация промышленного района Самары напоминает, что у выпускников школ начались единые госэкзамены, поэтому у детей и взрослых зашкаливает нервное напряжение. В своем телеграм-канале администрация района делится советами психолога Евгении Бородиной, как взять эмоции под контроль. Например, в ночь перед экзаменом эксперт советует отложить все материалы и конспекты и использовать образную динамику, раскладывать знания по внутренним полочкам. Можно послушать музыку и аудиокниги. Эксперт напоминает родителям о важности безусловного принятия ребенка, которое никак не зависит от результатов ЕГЭ. Администрация Ленинского района Самары информирует, что с 8 по 21 июня будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим будет ограничена подача горячей воды организациям и предприятиям в центре города. В период испытаний необходимо соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов. О повреждениях и открытых люках на тепловых камерах можно сообщить по телефону горячей линии 8 846 279 65 00. Департамент культуры и молодежной политики Самары рассказал в телеграм-канале, как прошла «Библионочь». Муниципальные библиотеки города организовали интересную программу для детей и взрослых. Например, в библиотеке народов Поволжья провели увлекательные мастер-классы и концерт.